помню, вот в своей квартире я окна мыла чуть ли не каждый месяц. Мне так нравилось это делать. Интересно. Увлечение. Я тоже так делала. У меня балкон был такой тоже. Просто у меня окна выходили как раз на бульвар. И там и люди, и деревья. И прям разговаривали. А еще у меня из окна была... Можешь, пожалуйста, рекламу выключить? Рекламу выключить. Ну, этот звук, этот с твоего телефона. Вообще выключить? Ну, или потише пока сделать, чтобы рекламы не было. Ага. А еще мне из окна была видна большая лента со звездой. Класс. Да, нормально, на пыльке налетела. Можешь чуть-чуть подальше встать, ну вот, тебя просто совсем не видно. Подальше по окну? Ну да, вот чуть-чуть туда отойти, чтобы тебя не могла видеть. Так? Да, отлично. Вот где ты их брала? Где-то у нас есть магазин, у вас нет такого магазина, Юст называется. Он норвежский, он ну, по типу Окей, вот, но там такие поинтереснее штучки есть, много чего для интерьера, знаешь, эти вот дома, которые, дома, деревья, которые светятся огонечками. Ты уксус сам не моешь? Нет, ты... это уксус, да? Да. Нет, я не знала о таком рецепте. У меня просто, в принципе, после ковида запах уксуса вообще никак не переношу. Вот, поэтому стараюсь меньше взаимодействовать с ним. Просто уксус хорошо убирает налет, накипь, все это остальное, плюс это дезинфекция. Я же за это обожаю. А запаха потом не остается? Ну, какое-то время стоит, конечно. А после моющих средств? Ну, моющие средства уже приятно пахнут. Не все. Ну, у меня есть средство от жира, которое, ну, просто... Там надо брызгать и быстро убегать оттуда. Потому что есть вероятность задохнуться. Ну вообще, как вот это большое окно, непонятно. Ну только с этой стороны. Не, я имею в виду вообще даже. Я бы не делала, с той стороны не буду вылазить, мыть. Просто если такие большие окна ставят, то посередине ставят, чтобы удобно было с одной стороны залезть и с другой. Не придумали. Блин, так
хорошо говорит, пахнет. Сейчас я еще механиком стану. Могу открыть, что-то не заело. Да фуля, говорю, тут на огне часто бывает. Я от него куча всякой штуки. Перемоем всех. Окна все.